Сегодняшний ролик у нас будет посвящен рельефу. Например, у нас есть какая-то ямка, которую нужно подсыпать. Либо мы изменяем структуру нашего участка. Например, хотим добавить плитку. Или наоборот, убрать ряд плиток. И у нас образуются какие-то уступы, перепады, которые мы хотим подсыпать, чтобы робот мог спокойно заезжать на эту плитку. Либо убрать яму и подсыпать. Как в этом случае быть? Если мы просто насыпем сюда земли, особенно если у вас земля глинистая, во время влажного периода он будет буксовать. Если мы засыпем эту лунку песком, то будет наблюдаться такой же эффект. Он будет буксовать в этом песке. И сейчас я покажу, какое решение нашел я для того, чтобы быстро подсыпать. Вот здесь я убирал ряд плиток. Я этим решением воспользовался. И сразу же, буквально в тот же день, робот стал спокойно заезжать на эти плитки, которые до этого были с уступом. И он на них заезжать не мог. Вот, пожалуйста, сейчас вам покажу, как это делается. Здесь, когда я прокладывал трассу, у меня здесь была канава. Мне пришлось ее засыпать. И хотелось, чтобы сразу робот окашивал этот участок. Таким же способом, как я сейчас покажу, я здесь выровнял участок и сделал сразу же, чтобы робот не буксовал. И как вы видите, робот здесь не застревает. Он постоянно здесь ходит, даже сейчас вот после дождя. Нет следов пробуксовки. И эта территория находится под присмотром робота. Хотя трава здесь до сих пор не выросла спустя сезон. Но я могу быть уверен, что когда она будет расти, здесь не будет у меня леса. Другой способ, который я показывал в предыдущих видео, это временно провод вытащить отсюда и переместить на участок, где есть газон, чтобы робот не ездил по свеженасыпанной земле. Но этот способ связан с тем, что вам нужно будет сначала переместить провод сюда, потом обратно. Он не такой удобный, как тот способ, который я сейчас покажу. Вот тут были ямы, и я засыпал землей. Если оставить просто землю, он будет буксовать и застрянет здесь. Поэтому чуть-чуть берем песочка. Вот. И буквально тонким слоем вот так вот присыпаем. Если слишком много песка будет, тогда он тоже будет застревать. Соответственно, тонким слоем песка делаем ему такой вот для сцепления подушечку. Вот. И тогда он у вас уже не будет и пробуксовывать не будет, и застревать не будет. Если очень хочется, можно сюда сразу добавить песок, семена травы. И тогда у вас здесь будет газон. Но я не заморачиваюсь. У меня трава наползет вот отсюда. Сама. Либо из-под низу пробьется. На некоторых участках была посажена здесь сортовая трава. Вот, видно, она отличается. Это карликовый газон. Медленно растущий. Вот. А вот здесь рос клевер изначально. Но я надеюсь, что за счет частого кошения через несколько сезонов она поменяется тоже на карликовую траву, потому что частое кошение выдерживает лучше всего именно карликовая трава, которая медленно растет. Вот. Так что вот так.